Здравствуйте, друзья! Вы на канале Smart from China и с вами я, Александр. Наверное, все вы знаете, что с 21 по 25 июня на AliExpress будет проходить большая летняя распродажа. И компания Dooji именно к этой дате приурочила мировую премьеру и старт продаж своего нового защищенного смартфона Dooji S97 Pro. Этому смартфону досталась уникальная и полезная функция лазерного дальномера. Благодаря специальному ПО аппарат умеет производить как одиночные замеры, так замеры площади и объема, а также замеры с применением функции Пифагора, как в профессиональных лазерных дальномерах. Экран имеет диагональ 6,3 дюйма, разрешение HD+, защищен стеклом Gorilla Glass. Аппарат имеет защиту от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69K, быструю зарядку до 33 Вт емкой батареи на 8500 мАч, мощный чип от Mediatek Helio G95, а также 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Камера в смартфоне имеет 4 модуля. Главный на 48 мегапикселей, ультраширокоугольный на 8, а также макро и портретник по 2 мегапикселя. Имеется защита от падений по стандарту MIL3810G и возможность работать в диапазоне температур от минус 55 до плюс 70. Также есть модуль NFC и беспроводная зарядка мощностью до 10 Вт. Прочный корпус имеет 3 цветовых решения. Вот такие достойные характеристики имеет новый Dooji S97 Pro. В период распродажи на AliExpress с 21 по 25 июня цена нового Dooji S97 Pro с учетом скидки и промокода составит $199. Все ссылки будут в описании. Как обычно, это только информация по релизу нового продукта. Покупать я вас его не призываю. Если ребята из Dooji соизволят прислать мне этот смарт на обзор, то тогда я смогу протестировать его и рассказать вам, как он себя ведет в условиях реального использования. А на сегодня, друзья, у меня все. До новых встреч!